Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. Я иду, знаете куда, на встречу к моим подружкам. Сегодня решили из-за Уруча, то, что я ложусь поздно, просыпаюсь поздно, девочки меня пожалели и перенесли встречу попозже. Погода у нас, видите, какая теплая, что я одела свое платье. Наконец-то одела платьице, а то все время хожу в этом спортивном, да. Женщина себя почувствовала, макияж сделала чуть-чуть. Так вот, какие у нас дела? Ашкем лежит, ждет. Я привыкла уже, как говорится, не кушать, не пить. Хотя девчонкам кофеек сварила моим. Вот. Ничего страшного. Мы терпим ради чего-то, да, в этой жизни. Так что вот так бегу я. Пока. Какой у меня сегодня замечательный был день. А почему? Потому что пришло мое чудо за мной. Мой любимый муж. Так мне с ним хорошо. С девчонками посидели, мы не рисовали, мы просто разговаривали. Общались. Замечательно все было. Мы посидели с ним, прогулялись еще. Сейчас идем. Час остался до ифтара. Кушать у меня есть, так как мой муж очень мало стал кушать. Вчера не доел. Суп поел и... Рис даже не притронулся, чуть-чуть, две ложки, будет доедать. А у меня тоже есть своя еда, я выхожу после 48 часов голодания. Супчик чуть-чуть есть, кабачки есть. Для себя я найду, что поесть. Яйца пожарю, все что. Салатик, вот такой вот у меня план. Всем привет, мои дорогие! Чем я занимаюсь? Чищу чеснок. Готовлю обед, через час ифтар, а я тут вся в делах. Сегодня субботний день у нас. Буду рассказывать вам, ну, меня не видно, не обязательно, довольно страшное лицо смотреть, чтобы некоторых не раздражать. Так вот, мои дорогие друзья, мои дорогие зрители, у нас весна пришла. Я целый день сегодня стираю куртки, 4 машинки постирала. Мы с Ашкемом сегодня помыли балкончики, потому что я сказала, что такое, говорю, ифтар, Уруч, это что, конец жизни? Люди должны что-то делать, а не так, как ты, говорю, лежишь, ждешь время приема пищи, там спишь. Надо действовать, двигаться. Вот это тогда испытание перед Богом, насколько ты это выдержан и все. Правильно же я говорю? Так вот, он сегодня вот много чего сделал. Сейчас я готовлю такой суп. Я приготовила с фрикадельками. Моим девочкам очень понравился. Моим девочкам, да? Сейчас у меня лук здесь, я вам все покажу. Лук пережаривается мелко на сливочном масле. Такой вкусный будет, мои дорогие. Лето пришло. Я только одела эту сорочку. Тут у меня такой бардак, но я сегодня такую генеральную уборочку сделала. Главное, что у меня балконы чистенькие. Сейчас покажу. Я решила, вот этих птиц мы решили оставить здесь, потому что такой срач уже надоел каждый день. Сейчас покажу вам, мои дорогие зрители, надо сдалека, чтобы вы не видели моих морщиночек. Так, здесь у меня жарится лучок с чесночком на сливочном маслице. Здесь я, смотрите, у меня сегодня куриный суп с брокколи и курицей. Но курицу я не хочу, без курицы будет. Смотрите, сколько сыра, 150 грамм сыра, достаточно. Еще вот эти сливки и брокколи. Брокколи у меня запекается в духовке. Вот так вот. Мне кажется, они готовы, все. Так, еще раз давайте посмотрим.
потому что я не видела, они запеклись или нет. Мне кажется, запеклись. И попробовать же нельзя. Да, 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 хрустящие. Отлично, сейчас они дойдут и все. Теперь смотрите, что я делаю. Ладно, пока оно там пожарится. Смотрите, сюда решили птиц нас. Все сегодня со Шкемом почистили, помыло, вымывали цветы, помыло окна, помыло. Такую сделала сегодня уборку. Эти подушки, наверное, я выброшу. А может, наволочки какие-то, знаете, на них удобно сидеть. Так. Ну и скатерть. Так, цветы почистила, помыла. Вот эти мои вазички хорошо идут. Красивые мои красотулечки. А это что такое страшное? Надо убрать. Вот. Мои дорогие друзья, Шкемчик пошел. Сегодня я буду готовить ему на ифтар дунер. И себе буду готовить. Но смотрите, на дунер надо внизу. Вот такой купил Дана дунер. Внизу нужно же пиде. А мне вместо пиде я вот сельдерей пожарю. Вот, вот это сейчас как надо сделать? Я же записала рецепт. Давайте почитаю рецептик, записала, так удобно. Выложить на противень, в кастрюле растапливаем масло кокос, лук, мясо курицы, не хочу, чеснок, соль, перец, черный перец, 150 грамм сила, 300 миллилитров воды. Ага, ну в общем, девочки, мальчики, сейчас мне надо две руки, поэтому я прерываюсь. Ну, купила такой донер. Его надо на сковородку. Тут его готовить вообще нечего. Йогурт купила Шкем. Готовое мясо. Вот. Подогрею и все. Пахнет вкусно. Вот, мои дорогие, что у меня получилось. Я, значит, добавила воды, сливок. Вот эти вот хрустящие брокколи. И чуть-чуть оставила для сервировки. Сейчас оно мне будет это вариться. Сырный суп с брокколи, но без капусты. Такой вегетарианский хочу, потому что мясо у нас и так будет. Завтра у нас выборы местные органы, поэтому у нас вся программа об этом. Так, мои дорогие, смотрите, приготовила я хлеб. Не знаю, мой муж съест, нет. Салатик. Дальше. Ну вот и у меня, видите, мне так понравилось. Вообще это действительно очень вкусно. Семеначия. Семеначия. С тыквой. С йогуртом, со сливками. Клубника, капуста. Вот хотела не сделать ее, потом не могу. Прямо на губах этот вкус такой вкусный. Помидорчик, авокадо. Это к донеру салат. А мне эта тарелка, я сейчас покажу вам. Так, здесь у меня масло разогревается. Тут у меня такой суп получился. Посмотрите, какой красивый. Я когда мужу сказала, говорю, ты будешь этот суп? Я говорю, это итальянский суп сырный. Он говорит, а такой суп есть? Вот, с брокколи. Ну вот, не знаю, попробует он или нет. На вид такой красивый, смотрите, видите. И сверху еще покажу потом красивую тарелочку. Ой, боже, какая красивая у нас тарелка. У моего мужа донер такой красивый. Смотрите, какой большой. У меня вот такой дунер. Вот такой суп. Все, мужу говорю, давай покушай, не хочет. Сырный. Буду давиться. И вот. Начинаю я с уксусной воды. Ой, приятного аппетита. Друзья мои, всем привет. Пошла я отдавать голос за Турцию, за будущее Турции. Вот так я сегодня одета. Видите вы меня или нет? Ашкем меня там ждет уже. А я вот так выгляжу. Как я вам в новом пиджачке. Желтеньком. Перед вами хоть пока похвастаюсь. Все, пошла я, друзья. Какая я красотка, друзья мои. Мне так нравится.
Пошла я давать гула за Турцию. Ашка меня ждет. Покажу вам, друзья мои, как мой муж работает. Здесь вот так это все сидит. Сидит такой деловой. Ашка и мой. Комиссии. Чок-чавши. Вот. Я уже проголосовала. Ну что, друзья мои, отдала я голос, еще второй раз пришлось вернуться сюда. Ашка ему сигареты принесла. Он соблюдает пост, хотя, говорит, все вокруг кушают. А я вот бегу домой, у меня собрание. Такая счастливая, просто слов нет, не знаю почему. Ой, всем добрый вечер, мои дорогие зрители. Сегодня я целый день одна, это такой кайф. Муж мой, муженек мой на выборах. Ифтар кушаю, начинаю кушать ифтар и начинаю со стакана горячей воды с уксусом яблочным. Я где-то без 10-7, без 5 заливаю горячей водой. И вот сейчас уже достаточно пить. Вот это моя первая. Господи, благодарю тебя за такое вкусное. Это такой вкусный напиток. Это так вкусно, когда ты их спустя сутки пьешь. Не, не спустя сутки, вру. 4 утра. Нет, я вчера легла пораньше, в 2 часа или 2:30. Ну, не помню. Неважно, когда я легла. Но все равно чувствуется это вкус. Настоящий у меня рай. Сегодня воскресенье, день выборов. Так готовились люди к нему. Я смотрю, мои соседки даже такие красивые, там прихорошенные, встретились у меня. У меня столько цветочков. Мы вчера вечером с мужем ходили погулять после вкусного сытного ужина. Я нарвала у себя в этом. Покажу сейчас. А сейчас я буду. Видите? Какая красота у меня. Вот. Бардак надо после крылышек мыть. Так вот, друзья мои, сейчас я буду кушать. Вам приятного аппетита тоже. Что у меня на обед сегодня? Такой вкусный суп я вчера приготовила. Сырный суп с брокколи. Мой муж не понимает. Половина это брокколи запеченное. Оно как хр-хр хрустит. Какой вкусный эффект. Что я сделала? Приготовила свеженькое. Салат из бурачка, чесночок, сырой этот. Приготовила сегодня, вот запекла в духовке крылышки. Моя капуста, вяленые помидоры. Вот такой сделала свеженький салатик. Видите, себе положила жареные яйца и 4 кусочка курочки. Вот и мой уксус. Приятного мне аппетита, буду кушать потом. А потом пойду кайфовать, буду пить кофе.